В этот поздний час мы возвращаемся во вторую серию. Точнее, в моем случае, я прихожу на нее в первую, а вы возвращаетесь. Это вторая серия «Луи». Я надеюсь, я правильно угадал с сезоном. Я имею в виду «Жизнь Луи». Мне очень понравилась первая серия. Сначала она показалась какой-то жесткой немножечко. Так, на детских своих ассоциациях немножко напугался. Но в конце такая милая серия. Мне так нравится эта детская дружба. Я не знаю, почему. Она такая теплая. Я не пошлая, не какая-то, просто вот, не знаю, я ради этого хочу смотреть это дальше. Если это получит свое развитие, я имею в виду, там я забыл, какой зовут эту девчонку. В общем, не знаю, очень приятно, очень классно. Я такое люблю. Кайф. Жизнь с Луи. Это самая худшая в мире работа. Никто ее не любит. Когда я был маленький, всегда пытался улизнуть от работы. А папа нет. Наоборот даже. Он говорил, проходя мимо бочарной фабрики: «Я вкалывал тут за 50 центов в час!» Он был трудяга, тут ничего не скажешь. Я никак не мог понять, зачем же так много работать? А потом понял. Чтобы кормить нас, я, кстати, любил покушать. Но если бы у него и не было столько детей, он все равно бы много работал. Так относиться к делу он научил, и меня тоже. Пожалуй, я продолжу. Не хочу, чтобы он на меня орал. Вы понимаете меня? Он говорит про свое восприятие отца, которое он пронес до сих пор, и голос родителя ценного до сих пор звучит в голове. Это очень прикольно, потому что даже после того, как родители уже не находятся с тобой физически, вопли о том, что ты что-то не сделал или то, что тебе нужно сделать, до сих пор звучат в голове. И ты просыпаешься с тревогой в школу, хотя школы уже нет, и одноклассники твои умерли. Но ты все равно просыпаешься от криков в голове. Папу уволили. Лето — мое любимое время года. 2 месяца настоящего блаженства. На лето я планировал 3 вещи. Первое. Я собирался поплавать в детском бассейне. Второе. Хотел до отвала насмотреться телевизора. Знаете, что я заметил? Он в жизни красивее, чем нарисован в мультике в детстве. Ну, он прям какой-то такой немножко жесткий, а такой милый в жизни. Я хочу с вами посмотреть стендап. Как вы на это смотрите? Возможно, даже сегодня. Один из его, допустим, самых лучших. Найдем и в конце серии ознакомимся с творчеством этого великого человека. И третье. Я тогда был весьма энергичен, и поэтому хотел проделать обе эти вещи одновременно. Да, мои летние каникулы проходили прекрасно. До того дня, когда папа пришел домой во вторник в 2:15 дня. Луи, убери ноги с дивана. Папа, а ты почему так рано пришел? Ты что, мою биографию составляешь? Будет бестселлер. Я все слышал. И чего рано вернулся? Я лучший рабочий месяца. Мне дали отпуск. Хотели еще машину дать, но я отказался. Я хотел бы пошутить, но ладно, не буду. Очень классный лук у его брата. Уже дома? Да что же это такое? Прямо испанская инквизиция. Я ушел с работы. Дайте мне печенье. Это мое. Мне тоже. Денни, может, тебе хватит 2? Ну пусть, ведь мальчик растет. Это же не значит, что он растет каждую секунду. Что-то он добродушен. Лора, полстакана, полстакана. Пап! Энди, от молока крепнут зубы. Да, она потом ими разжует мясной хлебец. Из чего он, кстати, сделан? Посмотрим телек. Точно. Не трогай телевизор. Ну, мы же всегда смотрели за обедом телек. Он на ходу экономит. Очень напоминает про Криса. Но все ненавидят Криса. Там тоже отец постоянно на экономии. Он работал на 3 работах и, соответственно, каждый цент считал. Пустая трата электричества. К тому же сейчас лето, одни повторы идут. Хочешь посмотреть телек? Откинься и вспомни программу, которую уже видел раньше. У меня так мама говорила.
Ну, типа, Саш, а ты просто представь. Мы никуда не поедем в этом году. Ну, ты представь, что наши грядки — это море. А речка наша — пляж. А, вот вора! А чего ты смеешься? Помню октябрьскую серию 6-го взвода. Так смешно. Вместо телевизора смотрим папу, который вспоминает телевизор. Вот тоже хорошее. Вот так началось лето, и уже половина моих планов рухнула. Эй, подержите мне палку. Я купаться, пап. Тренировка по бейсболу. Я в библиотеку. Пока, пап. Сколько у них детей? Раз, два, три, стоп. Он не один? Он их не два. Так, стоп. Он, получается, предпоследний. А нам не показывали предыдущих его братьев и сестер? Дезертиры! Дезертиры! Привет. Луи! Ты-то как раз мне и нужен, парень. Иди-ка, помоги, подержи эту палку. А это надолго, пап? У тебя что, график? Туда-то успеть, то-то надо сделать. Ты не хочешь своему папе помочь? Они просто катаются по моему детству. Я пропущу лучшее время для загара. Да, видок у тебя слегка нездоровый, точно. Пойдем на улицу, бледнолицый. Пап, я сейчас должен сидеть в детском бассейне. Мне нужно двигаться, как всем детям. Заниматься спортом. А, какая это хорошая идея. Сделай вот что. Добеги до конца дорожки, подними газету и бегом обратно. Я засеку. Какая жиза! Первый раз, когда я пытался попросить денег в абонемент в спортзал, я, между прочим, тоже всегда был в весе. Прям в таком жирном весе. Я скакал в своем весе вот так сюда. Сейчас вы видите меня в одном из моих привычных амплуа. Возможно, это через пару-тройку месяцев пройдет, и вы опять увидите. Но сейчас вот такое. И в детстве я полностью находился в таком состоянии. Я решил, хватит. Я буду с этим кончать. Я попросил денег, и мне сказали: Саша, грядки – это не только спорт, но еще и море, а речка – это твой пляж. Старт! Внимание! Женит пистолета! Марш! Эй, Луи, встретимся в бассейне! Захвати полотенце! Поскорее бы снова в школу. Требуется воспитатель в детский сад. Спокойный человек, умеющий работать с детьми. Ну вот, будто специально для меня написано, а? Эй, Томми, сколько раз повторять? Убирай свои игрушки! Как думаешь, послать данные? Теперь последний штрих. Ты продаешь Рэмблер? Не жаль, конечно, с ним расставаться. Классическая тачка. Эй, даю 50 баксов. Издеваешься? Это за такую машину? Эй, Андерсон, ты продаешь этот хлам на запчасти? Держи меня крепче, Луи, я уже начинаю беситься. Я что, снова в Нормандии? Весьма очевидный факт, что он ветеран Второй мировой войны, а не вьетнамской. Потому что можно было догадаться по машинам. Машины-то 50-х годов. У меня осталась единственная надежда. Выходить из дома раньше, чем проснется папа. С добрым утром, Луи. Чего ты ждешь? Бери кисть и работай. Лето тянулось и тянулось. Как я ненавидел ремонт с отцом! Ну, в плане, я понимал, что это полезно, я понимал, что это нужно, и мы все живем. Но все это понимание не делает эту работу любимой. Я не могу. Для понимания, я вырос в семье, где нас детей было четверо. Я был самый старший. Но это не меняет того положения, что тебе именно все это нужно было проходить. Какая-то жиза жесткая. И тянулось. Как у тебя там дела, Луи? Отлично. Энди, Луи, а я нашла работу. Работу? Ну да.
Ты в своей жизни только готовила, убирала, мыла, чистила, кормила. Ты не знаешь, что значит работать. Слушай, ну это классная шутка для тех лет. Сейчас-то понятно, она уже заезженная, что вот, все, вот эта женщина, все делает. Но это же то время, это же потрясающе, это же кайф, это правда смешно. Вот мы завтра и проверим, в мой первый день. А что за работа, мам? Я буду работать счастливой леди. Это что, разносить эти разные товары для женщин по домам своим близким подружкам? Да там только косметика и духи. Прелестно, прелестно. Иди куда хочешь, делай что хочешь, узнай, что значит человек человеку волк, волк папе враг, папа папе волк. Это какой-то перформанс. Я даже не понимаю, что у меня щекочет. Пап. Что? Окна. Так оно даже лучше, не свихнешься от солнца. Тебе лучше знать. Я все слышал. Всем пока, до вечера. Удачи! Пока, мама! Спасибо, пока, дорогие. Ага, удача тебе точно не помешает. Как красиво показано злорадствование и выбивание из роли. Ты же все, теперь уже бессмысленный, бесполезный. Остается только завидовать и злорадствовать. Это просто смешно. Я ранен! Флэшбэки. Я помню, как я не придержал отцу лестницу, он из-за меня свалился. Но ничего страшного, просто... Ой, это какой-то кошмар. Каждый кадр, блин, раскроет те вещи, которые я всё пытался забыть. Закончил, пап. Хорошо, остался последний штрих. Что ты делаешь? Ты не можешь продать дом. Я все знаю. Ты его любишь, но... В тяжелые времена приходится принимать тяжелые решения. Но мы его арендуем. Пустяки, пустяки. Эй, даю 50 баксов. А не хочешь ли ты съесть этот дом? По досочке, по заклепочке, по гвоздику. Мы вычистили машину, чтобы выставить на продажу. Вылезали дом, чтобы выставить на продажу. И я понял, что пора действовать. Иначе я могу обнаружить вывеску «Продается» на самом себе. Налей мне стаканчик. 5 центов. Что? Я же купил тебе эту смесь. 5 центов. Ты хорошая штука, Луи. Чтобы снимать ржавчину с «Титаника». Другим покупателям нравится. При паршивом товаре нужна агрессивная рекламная кампания. Здравствуй, Луи. Следи за мной. Лимонаду, миссис Стилман. Потрясающе выглядите, всего пятачок. Да, можно бы. Что значит «можно бы»? В такую жару вы же вспотели, как собака. Я приду попозже, Луи, когда не будет народу. Вечер моих воспоминаний. Мы с матерью нарвали укроп на огороде. И я пошел его продавать в 10 лет. Стоял примерно так же, только вокруг меня были еще и бабки. Это был потрясающий опыт. Я в конце купил машинку на радиоуправление. Заработал 400 рублей. Это те 400 рублей. На наши это, ну, где-то 1070. Помог. Не переживай, Луи. Я уверен, старушка Стилман все равно не собиралась ничего покупать. Она же как настоящий верблюд. Раз, привет. Два, раз, два. Луи, где пропадал? С папой. Ну и как он? Это Франсуана, сука! Я думал, что она это... Они просто дружат, да? Не хочу смотреть этот мультик больше. Что, как? Это! Папу не прикончили. Вымели с работы. Это неправда. Он сам ушел. Папа Нормана рассказал моему папе, что твоего старика уволили за то, что он часто брал отгулы. Не волнуйся, мы тебе поможем с деньгами. Вот у меня $5, возьми. Может, за дом заплатишь. Я даже не знаю, как к такому относиться.
Ну, она миленькая, конечно, но сердце мне разбило. Мам, мои друзья говорят, что папу такое? Вымели с работы. Не говори так, Луи. Это плохое слово. Выметают мусор. Так это правда? Про мусор – да. Про папу. Я хочу знать, почему он остался без работы. Хороший вопрос, Луи. Но если ты интересуешься этим, иди и спроси папу сам. Ударит по пальцу или не ударит? Ваш вариант. Да. Папа! Укрытие, снайпер! Это восторг какой-то. Что я тебе говорил? Не подкрадывайся к солдату. Похоже, у тебя ко мне какие-то вопросы, сынок. Ну что там такое? У меня, по-твоему, куча времени? Думаю, что да. Да, дети всегда правы. Ну, рассказывай. Ну, скажи, ты сам ушел с работы или тебя выперли? Это хороший вопрос, сынок. Выперли тоже плохое слово. Выпертывают. Выпёривают. Как правильно прослонять слово «выпер»? Выпирают. Правда? Иди сюда. Я тебе расскажу некоторые любопытные факты. 1942 год. Африка. Итак, на нас надвигается танковая армада. Кто противостоит? Ваш покорный слуга. Вооруженный ножиком и бутылкой с военные байки! Это какой-то шедевр! Это что такое-то? Как это вообще? Рючкой! Слышишь? Нет. Хорошо. Итак, с помощью лупы из перочинного ножика я поджигаю горючку. Но ведь там 50-60 градусов жары, и начинают мерещиться миражи. Немецкий бункер слева, японский самолет снижается справа, а враг взрывается в землю. Взрыв! Стена огня. Что делать? И тогда я ступаю прямо в ад. Именно так, Луи. Иду прямо сквозь пламя. Уволен. Нет. Это лишь слова, мальчик. Все дело в принципе. Принцип, Луи, понимаешь? Так он не ответил на вопрос, да? Это какой-то реальный восторг. Я как будто истории деда выслушал какого-то. Причем это настолько мне близко, то я иду, ко мне почему-то очень липнут дедушки. Поговорить. Я таких историй столько наслушался просто. И сейчас я даже не знаю, может, они их просто здесь услышали. Спасибо. Не за что. Как насчет четверти доллара за фут? А? Это же медь, а не золото. Я тебе дам 50 центов и ни пенни больше. Классическая машина, классический дом. Луи, ты что делаешь? Папа продает машину. И дом он тоже продает? Да. Купишь машину. Выглядит как какой-то... Я вообще неправильно вот так лицемерить и говорить, что это мальчик какой-то же... Ну, наверное, мальчик, да? Что с этим мальчиком лучше вообще дел никаких не иметь. Мне кажется, это сын того ушлепка, который за 50 центов пытался все купить. За 50 баксов. И дом в придачу. Но вы же снимаете дом. Твой папа наверняка найдет себе работу. Ладно, Фленаган. 75 центов. Это тебя устроит? Требуется грузчик. Кажется, он уже кое-что нашел. Грузчик? Да хватит! Ты меня хочешь разорить? На мне 12 ртов и жирная золотая рыбка. 12. Это значит, получается, 11 детей, одна жена. На мне 12. Их 12 человек в семье. Воу. Не переживай, Луи. Через полгода он может дорасти до кассира. Здорово. Луи, помоги донести это до машины. Ничего себе весят эти образцы. Ой! Упал! О. Хочешь поехать со мной? Тебе это будет полезно. Спасибо, мам.
Но у меня свои планы. Как знаешь. Эй, Луи, иди сюда. Сегодня особый праздник. День покраски гаража. О, я передумал. Вперед, мам. Эй, вы куда? Тебе же хуже. Не дам отшлифовать водосток. Пока, папа. Кто там? Счастливая леди. Ну, давай. Привет, это счастливая леди. Как идут дела у Энди? О, все превосходно. Это типа Орифлейна, да? Только... Ну да, да, типа того. Ты по домам ходишь и предлагаешь продукцию. Готовится к новой работе. Ну, изучает предложение. Вот попробуй. Сельский туман называется. Сын как пробник. Плохо. Я возьму 2 флакона. О. Как Энди? О, все хорошо. Взял небольшой перерыв. Изучает перспективы. Вот попробуйте это. Городские легенды называется. Тонкий, но стойкий. Я возьму. Как Энди? Он в порядке. Взял годичный отпуск. Обдумывает жизнь. Собирается вернуться к учебе, получить диплом. Попробуйте, это каша-малаша. Впервые слышу о таком. Вообще-то официально он не существует. Тут смешаны все эти духи. Я даже знаю, какие они на вкус. Ну, я прям слышу их, понимаете? Это произошло не в детстве, это уже больше, наверное, в колледже. В колледже, да, техникум. Но его почему-то официально назвали колледжем, поэтому извините. Это не такой американский колледж, где ты такой, о, там школьники, студенты, вот это все, наркота. Все это только колледж. О, только этот, как он? ПТУС, она, я не знаю, почему они его назвали колледжем. Короче, технарь. Так вот, я учился на бухгалтера. И я первые 2 месяца был один единственным парнем на всем бухгалтерском отделении. То есть там бухгалтер-экономист. Ну, короче, профессия, я так понимаю, абсолютно феминная. Я там был абсолютно... И каждая буквально выливала на себя отдельный аромат. Все это смешивалось где-то ко второй паре. И я просто... Я помню, кажется, я отключился. На полном серьезе я отключился, я уснул, потому что я словил буквально цветочек. Отравление. Это был какой-то улет. Ой, какой кошмар. Очень мило. Я беру все. Ты умеешь продать товар? Так здорово, что Энди отдал в прошлом месяце свой выходной Джо. Уж и не знаю, как бы я справилась с родами без Джо. И малышу понравилось, что папочка был рядом, правда? У Энди не было неприятностей? Никаких. Абсолютно. А? Мам, так вот почему папу уволили. Имея 11 детей, твой папа хорошо знает, как важно для отца быть в роддоме. Это так мило, он целых 11 раз пропустил. Он же мог объяснить нам, что его за это уволили. Увольнение не конец жизни, но это тяжело. А у папы есть гордость. У папы, может, и есть, но, к счастью, я ее не унаследовал. Пришла моя очередь действовать. Имя Андерсонов смешали с грязью, и я должен был отмыть его. Извините, где найти мистер Эпплгейт? Эй, пацан, иди-ка ты! Извините. Осторожнее. Одни злодеи. Эй, разуй глаза. Извините. Да, ты ведь сын Андерсона. Ларри, да? Луи. И чего тебе? Хочу сказать Эпплгейту, что я думаю по поводу увольнения папы. Увольнение? Эпплгейт нам сказал, что Энди сам уволился. Мы слышали, что он семью свозил на Гавайи. Какую семью? Мы ни разу не выезжали. Эпплгейт уволил папу, потому что папа отдал свой выходной мистеру Брауну, когда у него родился сын. Серьезно? Слышь, Эйп, про Андерсона. Эпплгейт его уволил за то, что он отпустил Джо Брауну в больницу.
Эй, Чарли, слышал? Не ездил на Гавайи. Уволили. Сын Джо Брауна. Эй, Газ, Андерсона уволили за то, что он отвез сына Джо Брауна на Гавайи. Я ожидал это, правда, я это ждал. Я просто думал, в какую сторону пойдет диалог. Нет! Андерсона уволили за то, что он отпустил нашего Джо Брауна в больницу, когда у того рождался сын. Господи. Сука. Слушай, меня прям реально разматывает. Кто-нибудь видел Луи? Он обычно приходит раньше. Шляется где-то со своими дружками-хулиганами. Если это очередной надоедливый коммивояжер, я... И что ты сделаешь, Энди? Любезно приглашу его в дом на десерт. Что? Что это вы тут собрались? Я им рассказал про тебя. С тобой обошлись паршиво, Андерсон. Мы с тобой. Мы сказали Эпплгейту, не будет работать Андерсон, и мы не будем. Да, мы все ушли. Вы такие Алло? Молодцы, парни. Сейчас с такими позову. Бойцами не страшно идти в любую атаку. Ура! Ура! Звонит мистер Эпплгейт. Погодите, сейчас я ему выдам. Андерсон, да. Мистер Эпплгейт. Да, сэр. Ага, верно, сэр. Я это ценю. Было бы хорошо, сэр. Благодарю вас. Вот то-то же. Извинения в письменной форме. В двух экземплярах. Нет. Минутку. В трех. Да, в трех экземплярах. Он извинился. И попросил всех нас завтра вернуться на работу. Ура! У них такие смешные каски, они, ну, когда упрощают в перспективе, больше похожи на крышечки от Кока-Колы, только желтые. Это не все. Начиная со следующей недели, всем поднимают зарплату. Здорово, нужно будет, конечно, отлично. Провести переговоры, но почву я прощупал. Ну ладно, кто хочет поесть? Отлично, ура! Держи, Дэнни. Съешь это все. Ты же растешь. Угощайтесь! Здорово! Ура! Отлично! Луи, идем-ка. Твой поступок много значит для меня. Да ерунда, пап. Нет, нет, нет. Это не ерунда. Это требовало мужества. Когда канадцы нападут, мне хотелось бы, чтобы со мной в окопе сидел ты! Хорошо. Теперь вот что, завтра я иду на работу, так что некому будет давать тебе отеческие советы в течение дня. О, ну я попытаюсь справиться сам. Вот потому, прежде чем я вернусь на работу, хочу дать тебе вот это. Вау! Так мелочевка сварганил тут в свободное время. Как мило. Я даже не знаю, это какая-то находка, это вообще что такое, как я вообще это пропустил в своей жизни, где, какой жизнью я жил, что я это не видел. Ух, здорово, глазам не верю. Я заработаю миллионы! Придется! Классно! Знаешь, сколько теперь стоит установка медной трубы? Эй, парень, сколько вы хотите за эту машину? Она больше не продается, сэр. Я дам вам 1000? Нет. 2? Извините. Последнее слово. 5000. Ни за какие деньги. Мне кажется, $500 не стоит. Папа ее любит. К тому же другой нет. Привет, Луи. Кто это? Какой-то дядька хотел купить Рэмблер. Я сказал, что он не продается. Все правильно. Но просто из чистого любопытства. Сколько же он за нашу красавицу предлагал? $5000. Что? Целых $5000. Ну, пап, ты же ее любишь. Твою маму я тоже люблю, но за $5000. Пап, ты это серьезно? Эй, Луи, если ненароком, пока меня тут нет, кто-нибудь предложит $1,000,000 за дом, сделай... Я уже ждал за маму. Добрую вещь звякни мне, ладно? 5000 за Рэмблер.
Итак, мне не удалось вволю покупаться и посмотреть телевизор. Но лето в итоге оказалось очень неплохим. Все, да? Тут нет конца ставок. Слушайте, это какой-то восторг. Я даже не знаю, чего. Что-то меня вообще размотал. Если вы следите за моим творчеством, то мне прям, ну, рассмешить. Я понимаю, что, возможно, шутки прям, ну, они классные. Но они правда классные. Для мультика, для детского мультика, это очень классный юмор. Я даже не знаю, с какой стороны его похвалить. Он прям хорошо сделал. Это просто восторг какой-то. Мне сейчас просто со всех щелей меня просто ломит из детства. Мне, наверное, просто разматывает, потому что на меня на жизу надавили. Что-то мне тоже пробомбило. Что думаете? Я готов смотреть дальше. Я с большим удовольствием посмотрю это дальше. И спасибо за то, что посидели со мной. Это просто восторг какой-то. Поставьте лайки обязательно, чтобы это как-то обрело какой-то для меня визуальный смысл. Нравится или не нравится, я сам под этим видео поставлю под собой лайк. Да, это выглядит как самопоглаживание, но это просто демонстрация того, насколько это как крутой мультик. Кайф.